Обкатываем после ремонта Mercedes CL500, коробочка 7229. Был сильно рассыпан бублик, стертая блокировка до металла, сгоревшие три пакета в коробке, основные сцепления. Вот, ну все, промыто, поменено, сделано. Замена радиатора. Сейчас, да, был заменен, естественно, радиатор. Вот сейчас поставили, залили. Делаем обкаточку. Перед ремонтом что с ним было? А перед ремонтом она вообще могла ехать, могла не ехать. Сделала все, что хотела. Из-за большого количества стружки в мехатроне. Ну, коробочка себя ведет достаточно хорошо. С небольшими некорректностями, которые в процессе первого начальной эксплуатации все уйдут, садаптируются. Какой пробег у нее? 200 тысяч фактически. Все.